Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня 27 августа. Я учу свои книги «Драгоценные истины из греческого языка». У нас сегодня необычная тема. Она называется «Кто такие Николаиты? Во что они верили и чем занимались?» Кто такие Николаиты? Во что они верили и чем занимались? Николаиты упоминаются в Откровении, и упоминаются они дважды. И в обоих случаях Иисус говорит, что ненавидит их. Он ненавидел их дела, ненавидел их учения. Например, в книге Откровения, 2 главе, 6 стихе, Иисус обращается к Ефесской церкви и говорит им, «Впрочем-то, в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, Обратите внимание на то, что они ненавидели не Николаитов, а их дела. Иисус не может ненавидеть людей, но может ненавидеть их дела и их неправильное вероучение. Слово ненавидеть очень сильное по своему значению слово. Это не просто неприязнь, это полное отвержение, когда что-то настолько противно, что с этим мириться никак нельзя. Кстати, есть вещи, которые мы должны ненавидеть. Они ненавидели дела. Дела по-гречески «эрго», что значит «действия» и «поступки николаитов». Позже Иисус обращался к церкви в Пергаме, и им Он говорил, что у них распространены учения николаитов. Слово «николаит» состоит из двух слов. «Никос», что значит «побеждать» или «подчинять», и слово «лаос», которое означает «люди», Целиком слово «николаид» значит «тот, кто побеждает или подчиняет людей». Тот, кто побеждает или подчиняет людей. Далее, во второй главе книги Откровения, Библия говорит нам, что дела Николаитов были похожи на дела ветхозаветного пророка Валаама. Валаам пытался проклясть Божий народ. Возможно, вы помните эту историю. Один царь заплатил ему настоящему пророку. Я знаю, что ты настоящий пророк, и потому у тебя есть сила. Я хочу, чтобы ты проклял израильтян. Они мне надоели. Валам Божий пророк. Но за деньги он готов пойти против собственного народа. Если ему хорошо заплатят, он сделает все, что угодно. Он принимает деньги и идет проклинать Божий народ. Но каждый раз, когда он открывает уста, чтобы изречь проклятие, выходит благословение. Он еще раз пытается произнести проклятие, но выходит только благословение. В третий раз он пытается произнести проклятие, но выходит только благословение. И в конце концов Валам говорит, я не могу изречь проклятие на то, что Бог благословил. Это невозможно. Но ему так хотелось получить эти деньги. Раз он не мог проклясть их, знаете, что он сделал? Израильтяне много времени проводили на войне, и их давно не было дома. Валам говорит, раз я не могу их проклясть, вот что я сделаю. Я пошлю к ним блудниц. Он отправил к ним блудниц. Израильские мужчины в момент слабости совершили грех прелюбодеяния, и эти блудницы склонили их к тому, чтобы те поклонились их богам. Доктрина Валама заключается вот в чем — если не можешь проклясть их, уничтожь их морально, моральное уничтожение. Учение Николаитов, которое ненавидело Иисус, заключалось в том, что можно быть христианином и при этом жить как мирской человек. Ты можешь быть христианином и при этом грешить, как грешит этот мир. Ты можешь склониться перед миром жить как мир. Дух спасен, и это важно. А как ты поступаешь со своим телом, не имеет значения. И вот где проблема, когда христианин живет нечестивой жизнью, Божья сила не может действовать в нем. Христианин не может быть сильным верующим, когда живет мирской жизнью, которая приносит духовное поражение, разрушение и грех в церковь. Иисус сказал, «Я ненавижу это учение о компромиссе с миром, согласно которому можно быть спасенным человеком и жить, как остальные люди этого мира». Таковым было учение Николаитов, которое так ненавидел Иисус. Я думаю, что вам стоит взглянуть на свою собственную жизнь и задать себе вопрос, «А не следую ли я учению Николаитов?» «Да, я спасен, но могу позволить себе кое-что из того, что мне делать не следовало бы». Послушайте меня. Если вы сделаете для себя такое исключение, позволите себе нарушать Божье установление, вы лишите себя радости, Божьей силы. Вы не потеряете спасение, но лишитесь силы и будете уничтожены этим неправильным мышлением, согласно которому можно совершать неправильные поступки. Это ложь. Это учение Николаитов и Иисус ненавидит это учение.